площадь, Ладогу-Дуашвили, улицы и прилегающие кварталы окутаны паутиной строительных лесов. Практически все здания здесь не ремонтировались почти два столетия. Этот квартал в центре Тбилиси появился в начале 19 века. Купцы, банкиры, богатые чиновники решили построить для себя маленькую Европу. Архитекторов приглашали из Австрии, Германии, России и Италии. Особое внимание уделялось фасадам и подъездам. Вот один из них – дом табачных магнатов братьев Сейлановых. Добротное здание с тремя этажами строили целых 6 лет, до 1911 года. Парадный вход в росписи и лепнине. Сюда тоже придут реставраторы. Краски станут ярче, композиция обретет первозданный вид. У каждого дома в этом квартале своя история. Лев Николаевич Толстой написал свои первые севастопольские рассказы, живя в доме немца-колониста в Нойтифлисе. Колонист был из Вюртемберга, и мы недавно отмечали 201 год пребывания немцев в Грузии. По этим улочкам в разные годы гуляли Пушкин, Лермонтов, Грибоедов, Гумилев и Ахмадулина. На каждом восстановленном здании появятся таблички с краской истории, интересными фактами. Главная задача реставраторов – вернуть исторический облик зданиям. Старинные чертежи и фотографии пришлось искать в архивах и в библиотеках. Это наследие, культурное наследие. Этим очень богата Грузия. И, соответственно, мы все рады, что реабилитируют, реставрируют старые здания. Так что мы не забываем свое прошлое, историю не забываем свою. Реконструкция старого Тбилиси обойдется бюджету в 30 миллионов долларов. Полностью квартал отреставрируют к весне будущего года. Ну а первый этап, площадь Гуадашвили, приобретет первозданный вид осенью к именинам грузинской столицы Тбилисоба. Понажимать, она будет петь. Для чего свистулечка? Считалось, что ребенку дать в руки свисточек, он будет свистеть, и свист свистульки выгоняет из дома болезни, сглаз, нечистую силу. Керамические свистульки – ее конек. А в руках кусок глины ловкими поглаживаниями превращается в традиционного белорусского конника. Параллельно Светлана Круглополова расскажет, что для наших предков этот тотем был символичен. Ведь без коня не обходилось ни одно хозяйство. Поэтому так часто игрушки для детей делали в виде небольших лошадок, таких, чтобы помещалось в руку ребенка. Когда дипломированный воспитатель детского сада волей судьбы пришла работать в Центр творчества детей и молодежи. От маленького кружка до образцовой студии. Студии керамики. Случайное знакомство с глиной казалось любовью с первого взгляда. У меня бабушка с Полесья, моя любимая бабушка Аня, и я каждое лето проводила у нее и песни, и сундуки, и вышиванки. Это все я видела, все это было в деревне. Может быть, где-то это на подсознании у меня и отложилось, что со временем меня и потянуло в эту сферу. От творчества до этнографии, как выяснилось, всего один шаг. Светлана увлеклась исследованием традиционного ремесла, почерпнула у предков немало лайфхаков. Например, чтобы сделать причудливые разводы на игрушке, ее просто надо окунуть в молоко и запечь. А для росписи пригодятся десятки стеков, палочек для нанесения рисунков. Глину используют в основном белорусскую, красную. Она ближе по духу. Лучше всего лепится, когда есть какой-то творческий позыв. Нет, если говорят, что вот конкурс, надо слепить то-то и то-то, очень тяжело работается. А когда работаешь для души, получается все легко и просто. А буквально за 25 километров от Гродно, в поселке Сапоцкин, Анна Голубцова мечтает о старте туристического сезона для иностранцев. Есть чем удивлять. Сельский дом культуры, которым она уже 7 лет руководит, преобразился до неузнаваемости. А распространенная только в этих местах сапоцкинская писанка стала достоянием страны. Внесена в список нематериального культурного наследия. Ей посвятили целый музей. 95 яиц техники сапоцкинская писанка. Ну, как вы обратили внимание, они отличаются. Отличаются почему? Потому что, в принципе, их рисовали 16 мастеров из нашего поселка и близлежащих деревень. Чем не музей Фаберже на белорусский лад? Сапоцкинские писанки – настоящие произведения искусства. Рисунки самые разнообразные. Ключевой элемент – солнце и растительные мотивы. Все со своей символикой. Исторически сложилось, что этот кусочек Беларуси на стыке трех границ. На протяжении истории под влиянием трех культур здесь родились свои уникальные традиции. Это было, наверное, одно такое время, что становилось очень мало носителей этой вот именно традиции. Но, слава богу, все продолжается. И наша сапоцкинская писанка становится все более, наверное, популярной среди всех остальных. Мы гордимся этим.
Традиции нужно сохранять и давать им новую жизнь. Свое дело страстно любить. А малую родину делать краше – это глубокое убеждение ремесленников. В этом и есть залог успеха того, что давно имеет знак качества. У нас большая экспедиция будет в этом раз. Как бы проедем где-то порядка 800 километров. Увидим очень много интересных мест, уникальных. Это одно из них. Башенному комплексу более 3 веков, но даже сейчас он в идеальном состоянии. У каждого народа Кавказа была, ну, скажем так, своя изюминка, да, свои какие-то моменты, которые чтили и которые являются священными, незыблемыми в народе. Вот у ингушей это были башни. И жить, и укрыть домашний скот, и защищаться. В комплексе все предусмотрено. Тут 3 типа башен, и у каждой свое назначение. Можно представить себя участником военного клана. Здесь когда-то каждая семья строила такие сооружения. Следующий пункт – Дарельское ущелье. Тут впечатлений хватит еще в дороге. Перевалы, головокружительные ущелья с перепадом в 3000 метров над уровнем моря. На Кавказ едут в том числе ради таких приключений. Впрочем, без подготовленной техники к некоторым площадкам не подберешься. Например, к водопаду Абайсу. Сам он скрыт в глубине отвесных скал, а его воды берут исток в кратере древнего потухшего вулкана. Сотни ледяных струй падают с высоты 80 метров. Водяная пыль за минуту охлаждает после изнурительной дороги. Экспедиция по таким сложным дорогам – это в первую очередь безопасность, это ответственность. Ответственность за безопасность жизни, здоровья людей, ответственность перед историей, перед культурой, перед природой. На маршруте ущелья и перевалы 4 регионов вдоль главного Кавказского хребта – Ингушетии, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. Здесь не просто покажут регион, здесь повсюду примут как дорогого гостя. Мы ехали в облаке. Это впечатление просто неописуемое. Мы видели табуны лошадей, маленьких жеребят, очень красивых коров. В общем, находясь в отеле, ты не увидишь Кавказ по-настоящему. Конечная точка маршрута – самый высокогорный перевал Центрального Кавказа – Думала-Ауш. Прямо на квадроциклах можно заехать на высоту 3150 метров над уровнем моря. Главное, чтобы погода позволила. С этой точки открывается вся снежно-ледовая цепочка Кавказского хребта. Этот маршрут будут дополнять авторы внедорожной экспедиции по Кавказу, московский клуб «Квадроостров» и молодежное крыло Русского географического общества «Альтаир». География тура будет расширяться. Осенью участники намерены прокатиться вокруг высочайшей вершины Европы – Эльбруса. За медом на пасеку к Ливану Макарадзе раньше приезжали из Батуми и Тбилиси. Пчеловоды знали и зарубежные гости. Звонили, просили оставить пару банок. Обычно к медовому спасу Ливан подсчитывал прибыль. В этом году наоборот. Пасека – дорогое удовольствие. Пчелам нужен уход, лечение. Мы даем специальные витамины, чтобы были здоровыми. А это стоит денег. В этом сезоне спрос на мед упал. На прилавках цветочный, гречишный, липовый и даже померанцевый мед. Из нектара цветов цитрусовых. Кристально-прозрачный, янтарный и насыщенного шоколадного цвета. Но покупателей нет. Здесь раньше такое творилось. Очереди выстраивались. Туристы на автобусах подъезжали и все раскупали. Мы не успевали подвозить новую партию. А сейчас цена ниже в 2 раза. Всего $4 за натуральную продукцию. Между работой в садах и огородах домохозяйки успевают и сухофрукты на солнце подсушить, и десяток банок с плодами пастеризовать. Компоты и соки только свои. Картофель – еще один бренд аджарского высокогорья. Килограмм всего 12 центов. На столичных рынках дешевле 50 не бывает. Но везти самим за 450 километров невыгодно. Оптовики из-за плохой дороги тоже не торопятся в глубинку. Ремонт машины обойдется дороже. Власти на местах обещают помочь фермерам. Агроцентр, где будут принимать урожай картофеля, кукурузы и огурцов, отремонтировали. Но он пока на замке. Работа центра начнется в конце августа. Сейчас ведутся переговоры с компаниями, которые будут у местных выкупать продукцию, затем сортировать, расфасовывать и отправлять в торговую сеть. А еще горцам обещают построить предприятие по производству чипсов. Так что знаменитыми могут стать не только хачапури, но и фри по-аджарски.
Высокогорное озеро Парс, что в переводе с армянского значит «чистое» или «прозрачное», находится среди лесов. Воздух здесь свежий, а погода практически всегда располагает к посещению. Тавушская область летом – одно из самых популярных направлений в стране. Климат здесь мягкий и влажный. Вместе с семьей каждые выходные стараемся выбираться за город. Сегодня выбрали дилижаны близлежащие достопримечательности. Выбирая новое направление для поездки, обязательно смотрим прогноз погоды. Сегодня в этих краях будет дождь. Ехали именно за ним. Кому лес, а кому горы. Из-за закрытых границ жители страны снова для себя открывают родную Армению. Вершины теперь стремятся покорить не только бывалые альпинисты. Привлекают туристов горные пейзажи и чистый воздух. Есть направления, по которым мы устраиваем туры каждые выходные, так как спрос на них огромный. Жители Армении сейчас выбирают для восхождения горы Хусту, Парагац, Аждаак и Армаган. Любители пляжного отдыха традиционно едут к знаменитому озеру Сиван. В летний зной отдыхающих здесь много как никогда. Сезон купания на Сиване длится 2 месяца. В августе вода прогревается примерно до плюс 20. Интересно, что температура воздуха в районе озера такая же, тогда как, например, в столице всегда жарче. Поэтому сюда многие и едут за приятной прохладой. Российские ученые совместно с сотрудниками Росприроднадзора проводят перепись белых медведей. В рамках проекта «Хозяин Арктики» специалисты преодолеют 10 тысяч километров на самолете-амфибии Ла-8. Они определяют численность популяции белых медведей на территории от Ямала до Таймыра с помощью беспилотников, а также фото- и инфракрасной техники. Кроме того, специалисты оценят уровень загрязнения в местах обитания хищника. Собранные данные помогут спасти белых медведей от вымирания. Впервые в Венеции на территории Арсенала организован водный кинозал. Экран установлен на фасаде одного из зданий. Зрители уютно располагаются в лодках по 2 человека или целыми компаниями. Найти спонсоров и убедить городские власти реализовать проект удалось группе любителей кино. Эта идея родилась у меня во время карантина. Тогда в СМИ стали говорить о возрождении так называемых автокинотеатров, где фильмы смотрят, находясь в своих машинах. А еще о том, что Венеция превратилась в город-призрак, и искусство – один из способов вернуть ее к жизни. Многие кинозалы из-за опасения распространения коронавируса все еще закрыты. Показы фильмов на открытом воздухе приобретают все большую популярность. Билеты в «Арсенал» были раскуплены в считанные минуты. Тех, кто любит этот вид искусства, переполняют эмоции. Возможность насладиться показом любимых лент, будучи в лодке, в первом в Венеции кинотеатре на воде, да еще в таком историческом месте – это прекрасно. В начале сентября на острове Лидо должен состояться Венецианский кинофестиваль. А пока жители Венеции могут открывать для себя шедевры мирового кинематографа, включая ленту Фрэнсиса Форда Копполы «Апокалипсис сегодня». А в Румынии прошел международный кинофестиваль Трансильвании. Из-за ограничений, связанных с пандемией, кинопоказы и официальные мероприятия прошли на свежем воздухе на 10 площадках. А на главной локации фестиваля, на центральной площади города Клуж, которая обычно принимает 2000 гостей, разместили всего 500 человек. Самое главное, что нам разрешили показывать кино на открытом воздухе. Это здорово. Будет полнолуние, мы будем смотреть фильмы в лесу, в знаменитом Трансильванском лесу, с которым связано множество загадочных историй. У нас там будут фильмы о вампирах. Я уверен, что людям это понравится, несмотря на все ограничения. Очень здорово, что фестиваль состоится. Гости должны соблюдать социальную дистанцию, и им также замеряют температуру. Международный фестиваль Трансильвании проводится уже 19 лет. В этом году он открылся показом французской комедии «Прекрасная эпоха» с Фани Эрдан и Даниэлем Атьёй в главных ролях. Всего в конкурсе участвовали 130 кинолент, 20 из них будут доступны на видеопортале фестиваля. Билеты во все 4 лондонских музея Тейт нужно покупать заранее. Ожидается, что в первые недели после открытия число посетителей составит лишь треть от обычного потока.
Еще до пандемии мы уже задумывались над многими аспектами организации выставок. Нынешние обстоятельства дают повод задуматься еще сильнее. В этом заключается вопрос чрезвычайной климатической ситуации. Как часто предметы искусства путешествуют по миру? Что с этим делать? Как много нужно людей? Какие условия превращают выставку в приятный опыт? Сейчас мы проходим через творческое осмысление происходящего и того, как это в будущем может повлиять на проведение выставок. А пока посетители могут увидеть крупную выставку работ американского художника и дизайнера Энди Уорхола, в том числе его культовые картины. Работа выставки продлена до ноября. Высокая мода выходит из карантина. Французский модный дом Dior представил свою новую коллекцию «Круиз 2021» в итальянском Лечче вживую, хотя и без зрителей. Лечче – родина нынешнего креативного директора Dior Марии Грации Кюри, и коллекция вдохновлена традициями и фольклором этих мест, где она провела свое детство. Я очень хорошо знаю все традиции этой области, известной своими тонкими вышивками и ткачеством. В экономиках Италии, Франции туризм и мода занимают очень важное место. Все цепочки поставщиков у нас состоят в основном из малоизвестных компаний. Для наших стран потерять надежду на будущее моды – это очень большой риск. Показ на площади Пьяцца дель Дума в центре Лечче сопровождался выступлениями местных музыкантов и танцоров, исполнявших зажигательную тарантеллу. Декорации для шоу были созданы художницей Маринелли Сенатори, которая использовала в своей работе местные мотивы и традиции праздничного освещения. Длинные платья, юбки, однотонные, с цветочными принтами, кожаные корсеты и главный аксессуар коллекции – косынки. Для своих моделей Мария Грация Кюри взяла продукцию фонда «Ле Константини» в Апуле, который специализируется на возрождении старинных методов ткачества. Лондонский музей дизайна вновь открыл свои двери, предложив вниманию меломанов выставку «Электронная музыка от Кравек до The Chemical Brothers». Как и многие другие экспозиции, она должна была открыться в марте, но эпидемия коронавируса изменила планы организаторов. Цель выставки – показать историю электронной музыки, начиная с первого синтезатора 1901 года и заканчивая последними ухищрениями видеодизайна. Это музыка, созданная с помощью электричества, и мы постарались проследить ее развитие во времени, уделяя первостепенное внимание новаторству и новаторам. Люди, которые создали инструменты и электроприборы, изменив тем самым дизайн дома, офиса и мест отдыха. По мнению кураторов, развитие технологий было движущей силой электронной музыки, что непосредственно перекликается с одной из ее ключевых тем – поэтизацией плодов технического прогресса. Лондонская выставка продлится до февраля 2021 года. Среди прочего, на ней продемонстрируют иммерсивную визуальную инсталляцию дизайнеров, работавших с The Chemical Brothers. Те, кто ее видели, назвали зрелище ошеломляющим. По рядам этой плантации можно изучать географию. Вот оно, виноградное братство, рядом с итальянским сортом Тирана, грузинский Джвари, а капризный местный Кунза соседствует с французским Гаме. Однако для производства вина основные сорта – Саперави и Рокоцители. Большая часть продукции именно из них. В этом году мы ждем хороший урожай. По традиции сбор стартует в Ахмедском районе, в Телаве, а далее по всей Алазанской долине. Завершится в Сагареджа. В основном на экспорт идут красные вина, поэтому соответствующие сорта предприятия будут закупать сами. С белыми сортами винограда поможет государство. Субсидия составит 30-40% за килограмм. Таким образом, приемные пункты смогут покрыть расходы на хранение и переработку продукции, а местные получат гарантированные доходы от сдачи продукции. В ситуации, когда отрасль получила удар от COVID-19, для кахетинских виноградарей это возможность выжить. Правительство дает поручение профильному министерству оказать максимальное содействие региону. Мы понимаем все проблемы глобального масштаба, но важно сохранить отрасль. Большая часть продукции идет на экспорт. В прошлом году Грузия отправила за границу 96 миллионов бутылок вина. В лидерах Россия, Украина, Польша, Китай и Казахстан. А фестиваль молодого вина в Тбилиси состоится в начале сентября. Работать аквалангистом на Балтике непросто. Видимость в Финском заливе на расстоянии вытянутой руки.
Но воды Кронштадта все же открывают свои тайны. Вот очередная находка. Выглядит как гантель и весит около 15 килограммов. Но это не спортивный снаряд, а боевой книппель. Применялся против парусных кораблей. Он выстреливался из пушки, естественно, и в полете крутился и пробивал деревянную обшивку, ломал такелаж, ломал мачты. Такие снаряды у нас в России появились на вооружении с 1720 года. Водолазы исследуют территорию возле фортов Александр I, Петр I и Кронштадт. Перед их реставрацией уже собрали коллекцию экспонатов для будущего музея. Большая часть находок относится к 19 веку. По некоторым можно определить, на каком заводе изготавливали кирпичи для строительства крепости. На каждом из них клеймо. Один выделяется особенно, он даже по размеру меньше. Это огнеупорный, производство Дании. Как оказался в этих краях, остается загадкой. Неизвестно, с какого корабля сюда попала и печь из камбуза. А вот балясины, они украшали винтовую лестницу на одном из укреплений. И все, что поглотила вода, хорошо сохранилось, как и фундамент фортов. Благодаря тому, что дерево под водой хорошо сохраняется, благодаря тому, что в этом заливе не очень соленая вода. И благодаря тому, что все-таки фарватер удален, и здесь не ходили тяжелые суда. Археологи будут работать до сентября, затем их место займут строители. Они укрепят основания защитных сооружений. В 8 часов утра в Алма-Атинском зоопарке. Время для кормления животных, а для ветеринаров пора выходить в прямой эфир в соцсетях. Ибис – символ древнеегипетского бога мудрости и правосудия Тота. Люди верили, что птица особенная. В природе их осталось мало, а увидеть их можно, например, здесь, в Алма-Атинском зоопарке. Лены ибис очень любят лягушек. Они поедают ракообразных, они поедают мелкую рыбу. В принципе, они поедают все. И, как я говорила, иногда они даже не брезгуют падалью. У нас есть объект авиарий. То есть там содержится несколько видов птиц. Это и священные ибисы, и алые ибисы, бакланы, и серые цапли, клушица, то есть и чайки. То есть на самом деле очень много там содержится животных. И когда люди, посетители были у нас, на самом деле многие просто проходят мимо. То есть не видят этих птиц, даже не знают их. Ветеринары зоопарка снимают быт местных обитателей, рассказывают о рационе и повадках. Темы подбирают скорее по настроению, четкого плана нет. Посетители уже узнали о копытных, птицах, обезьянах и рептилиях. Увидели, как делают прививки хищникам, как работают киперы и какие рыбы обитают в водоеме. Идею рассказать о жизни зоопарка во время карантина в Алматы посмотрели у российских коллег. За 4 месяца сотрудники провели более 200 прямых включений. Их увидели свыше 1 000 000 человек. Мы будем завершать эфир вот на такой красивой ноте. Когда чистят зубки бегемоту. Григорий Берсенев – автор следующего эфира. Более 15 лет работает с 2 слонами, знает повадки каждого. Девочка Аружан – озорная, а мальчик Лао – тихоня. При виде незнакомых людей оба просят фрукты. И осталось 2 банана. Ладно, на тебе и тебе. Спасибо. Слонам надо только общение. Общение детей, чтобы ходили на них, любовались, они вот это любят. Смотреть за повадками людей. Дети сами вот иногда подбегают, смотрят, слоны. Вот они, как говорится, слоны за детьми наблюдают, за людьми, люди за слонами. За 4 месяца животные соскучились по посетителям, впрочем, как и алма-атинцы по обитателям зоосада. В зоопарке верят, что после прямых эфиров желающих познакомиться с ними поближе будет больше.